Добрый вечер, дорогие болельщики, любители футбола. Я Владислав Ранкевич, приветствую вас из студии ВФФ, где сегодня вместе с вами понаблюдаю за прекрасным матчем Минск-Витебск. Один из самых таких рулевых, да, турнирной таблицы. И вообще, на каких местах сейчас располагаются клубы? Опасный момент у нас. Проявить себя кому-то для того, чтобы укрепиться все-таки в основе, поскольку совершенно другой уже рулевой будет в команде. А вот у нас пока первый опасный момент, такой один из первых, конечно же. Вспомним мы о главном арбитре встречи, но будем надеяться, что все состоится в пределах правил. И вот он, первый опасный момент, такой стопроцентный, я бы так сказал. Эксперты склоняются к тому, что уже Минску ну никак не обыграть Динамо. Опасно. Вот это, конечно, опасно. Дали пробить. Побегайло. Хорошо, по правому флангу побегайло. И мне показалось, мяч вышел за пределы ворот. И еще и был удар. Нет, забивают. Забивают все-таки, да. Забивает сейчас. Сас. Сейчас мы посмотрим момент. Поскольку вот с этой-то нет балансировки игры и какой-то большой опеки. И у нас удар по воротам. Много сегодня взаимодействия. Вот это вот Эбианом и Капитанович. А вот тут посмотрите, да, откуда от Эбианг пришла. Лиги закончилось 11-0. Неман выиграл Динамо Брест. И вот момент. Ой, гол. Был забит. Был забит из офсайда. Минска. Капитанович. Капитанович идет в обыгрыш. Потанцевала и... Скрипунова выбивает мяч. Это Бианг. Бианг. Обыгрывает вверх Алайцеву и Бианко. И... Залетает второй мяч. Залетает второй мяч в ворота Скрипуновой. Посмотрим момент, не от Райли он залетел. Да, Рай. Автогол. Судья быстро разыгрывает САС. Капитанович делает подачу. Браво, браво. Сейчас Скрипунова не сплоховала. И какой прекрасный пас сейчас на кучу. 3-0. Нет, положение вне игры. Очередное у куч. Вот это поворот, конечно, друзья. Вот прямо сейчас. Сас. Ох, как сейчас. Хорошо может получиться. Кучу. И что там? Да, нарушение правил. Вперед на куч. Ну что, Куч будет забивать. Пора бы уже и забить Кучу. Ух, Скрипунова, браво. Не дает она отличиться Куч. Ну что, Витебск сумеет отразить. Вот так вот Скрипунова забивает мяч в ворота. Сас, Сас забивает. И Скрипунова вот практически вытянула его. Браво, 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 Сас. Под солнцем, как все-таки светятся девушки. Ну и пока Минск атакует. Дальний удар. Если я не ошибаюсь, Суровцева его наносила. Сейчас может получиться что-то интересное. Добирается до мяча игрок Витебска. Ну и снова Куч. И снова в очной дуэли Скрипунова одерживает верх. Бакум, кстати, является одним из лучших бомбардиров нашего чемпионата. Поэтому, я думаю, вот он гол, прилетает гол из ниоткуда, друзья. Из ниоткуда прилетает гол. Как приятно сейчас смотреть за игрой Минска. Вы посмотрите, а? Это бойцы. Летит мяч высоко. Куч, Куч не забивает Куч. От рулевых других команд. И вот удар. Ну и что?
Уже утвердившаяся фраза в этом матче. Куч не забивает. Романчук. Кручу-верчу. И что там? Бить нужно гол. Да, залетает мяч в ворота. Девятый номер Васильева. Браво, Витебск. Браво. Ну и что? Красикова. Другое. Ну и что здесь у нас? Пинчук. Не забивает Пинчук. Забивает Пинчук. Десяточка. Вышла на замену, забила на 89-й минуте. Счет становится 5-1. Ну и другие тоже. Фисуровцева. Та же, да, вышла на замену. Гол. Гол у нас. Все-таки смогла забить Куч. И, конечно же, можно похвалить работу главного тренера Андрея Пышника. Действительно, хороший матч выдала его команда. Таким образом, друзья, Минск-Витебск, счет 6-1. С вами был я, Владислав Ренкевич. До встречи на белорусских полях.